Всем привет, с вами Веселый Танкист, и сегодня у нас немецкий 81,1-миллиметровый миномет с расчетом 1939-1942. Что я вам хочу рассказать про этот миномет? Немецкий 81-миллиметровый миномет, это вообще-то он образца 32 года, был изобретен в 32 году. Миномет был создан фирмой Rheinmetall, вот, точно, по немецкой предвоенной классификации миномет назывался тяжелым, но после того, как появился 105-миллиметровый миномет, этот миномет стал, ну, стал средним, короче. О, так, миномет входил в состав вооружения пехотного батальона вермахта из расчета, что 6 минометов должно быть на, ну, на один пехотный батальон. По штатам каждая дивизия вермахта должна была иметь 54 единицы минометов этих 81-миллиметровых. И получается, к 1 сентября 1939 года в войсках на вооружении было 4624 миномета. Можете себе представить? А к 1 апреля 1940 года 6796 минометов. А на июнь 1941 года в частях вермахта имелось 11767 минометов. И производство продолжалось до конца войны, причем 1 января 1945 года в частях имелось 16454 миномета. Так-то. Очень распространенное оружие было, кстати. И стоимость одного миномета на то время составляла 810 рейхсмарок. Вот так вот. Немножко отступления. А теперь давайте посмотрим, что у нас тут есть. 4 неокрашенных солдатика, 2 миномета. И как бы карточку нам обещают. Это замечательно. Как-то мне стали попадаться все чаще наборы с карточками. Надеюсь, не обманули. Было бы просто замечательно. Я так понимаю, из этой одной коробочки можно собрать 2 миномета. Было бы просто замечательно. Итак, как видите, тут нет наклейки, но этот набор был в целлофане, а до этого мне наборы в целлофане не попадались. Да-да-да, совершенно верно, можете себе представить. Две карточки, 15 очков стоит один миномет. Да, довольно прикольно, два миномета в наборе. И здесь у нас даже есть и инструкция по сборке. Небольшая инструкция. Так, литники одинаковые, поэтому что у нас здесь? Два человечка, два солдатика. Руки, подставка под миномет. Ну и, вот, на самом тут литничке этот ствол миномета и подставочка. Замечательно. Ну, я пока соберу литничок, потом покажу вам, что из этого получилось. И как видите, я собрал этот великолепный немецкий миномет. Что хочу сказать, ребята возле миномета хоть и имеют несколько, ну как бы помимо того, что я еще не зачистил, тут еще полоски облоя, но сами ребята очень детализированы. Здесь у них рюкзаки со спальными мешками, фляжки видны, пояс с сумочками, то есть сапоги выделяются, ремни, все замечательно выглядит. Ну, прям настоящие солдаты вермахта. Ну, модель очень хорошая, плюс целых два миномета с одной коробки, две карточки есть в этих наборах. Замечательная. Этот набор можно как бы посоветовать обязательно купить. Ну, в первую очередь. Ну, а с вами был Веселый Танкист. Всем пока!